Смотрите, какая красота. Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. Kiss me before you go. Вали, покажи, Вали, да. Покажи, как я делаю. Сейчас стоечка на руках. Смотрим все, ребятки. Ой, ты можешь подержать? Вот, вот так надо. Я ничего не вижу. Ребята, мы нормально выглядим. Давай, выбираем. Раз, два, три. Ой, блин, что творят? У меня же телефон в руках. Ребята. Всё, привет. А как снимать? Вот так вот? Ну, больше что так. Ребятки, смотрите, как я стою на руках. Я вообще-то это придумала. Давай. Всё, снимайте. Эстетика. Лариса, давай вместе. Да, я буреда. Я середа. Вот. Полина! Полина, ты дура? Смотрите, что я могу. Смотрите, что я могу. Я трюки показываю. Смотрите, что я. Ты танчика снимаешь? Подожди, я снимаю. Я теперь фронтеймер. Кать, покажи меня. Я умею делать кувырочек. Три подряд. Аккуратно, не брызги. Ну что дает вообще? Ну что дает? Бро. Это новый бро. Я жива. Вау. Такого еще мир не видывал. И всем привет, меня зовут А4. Это Глен Кобякок. И сегодня... И сегодня мы на море. Там ты. Сейчас. Ну что ж, на самом деле нам очень хорошо, да, Кобяков? Я Кобяков. Да. Нет, Катя Кобяков. Да, Кобяков? Кобяков. Мы два Кобякова. Грибочек. Немножко. Да, блин, жарко. Нам надо идти, мы тут уже жаримся. Мы не можем встать, потому что жарко. Kiss me before you go. Summertime sadness. Мы едем на рынок. Сбить недовольны. Ребяточки, мы пришли на турецкий местный рынок. Боже, ребята, меня сейчас схватил инфаркт. Я так испугалась этой женщины. Обстановочка, эстетика. Эстетика. Эстетично, ура! Эстетика! Ура! Еп-еп-еп-еп-еп-еп-еп-еп! Мы с Катей хотим кукурузки очень сильно. Очень сильно хочу. И арбузика. И
Дима. Ой, манго бы я тоже. Арбузика. Черешенки, кукурузки. Вот, кстати, мы тут купим, возможно. Она очень вкусная здесь. Ой, классно, кукурузка. Да. Запах женщины моей. Да, смотрите, тукиш, лепешка. Мы купили авокадо. Ребята, жестко подберем сейчас лук в школу. Ура! Зачем нам всякие H&M? Зачем это все, если есть вот это? Ребята, смотрите, груша с пускает с глаза. Чтобы грушу, чтобы грушу не сглазили. Вкусно. Да. Медовая. Ребятки, мы пришли в Migros. Сейчас будем шопиться. Шопинки. Лапшечки хотим. Биф. 20 рублей. Три штучки. Это вообще не идет. Да, у нас сейчас просто одна сотка. Одна стоит 100. Смотрите, три штучки. Даже больше стоит. Да, три штучки за 120 рублей приблизительно. Мы взяли вот такие Kinder Joy, гёрлские игрушки. Сейчас вот тут я буду делать математику. Кстати, обзор на спальное место. Вот кровать Маши, мастера. Вот это Катина кровать. Ну, как кровать, короче, мы надули. Купили надувную кровать, надули. Вот. И она тут спит. Вот. А это моя. Мне кажется, довольно уютненько. Такая двухэтажная. Такой вот срач небольшой, ну ничего страшного. Так. Ну. Угу. Что? Ну. Мне тут больше нравится. Ребята, тихо. У нас есть такие Kinder. Блин, тут извините. Kinder Joy. Три штуки за 120 рублей. Три штуки. Она очень дешевая. А мы уже говорили это. Ну да, но я говорю, почему у них Kinder дешевая. Раздаю. Это я себе беру. Накинусь. Ну подвиньте, блин, меня ж не видно. Ты райский? Интересно, чешешь? Фортнайт. Они там достают. А смотрите. Так же, кстати, прикольно. Да. Хотела бы забирать белку. Наркоманскую. Вот такой вот у меня принцесска и рыцарь. Ладно, это хотя бы... Чего рыцарь? Чего? Слендермен? Блин, прикинь, как обидно, если бы я купила бы это за 100 с чем-то рублей. My outfit. Ребята, мы пришли на такое знаменательное место, чтобы показать вам летучих мышей. Тут, короче, в Турции есть такая штучка, что тут летучих мышей много вечером, как птички летают. Даст ли? Но сейчас вот полетит кто-нибудь. Вот, видите, летают. Давай поближе подойдем. Нет, вообще ничего. Вот, смотрите, полетело. Во-во-во-во. Ну, сейчас вы увидите наверняка. На камере плохо, но да. В жизни их просто очень много. Да. Вот, смотрите. Видели? Видели, ребятки? Вот, и они с этого дерева на то летают. Вот. Да не только. Все, пойдемте. Короче, вот такие вот, такие вот они у нас тут. Мама, если ты будешь смотреть, если ты будешь смотреть этот влог, тут очень красиво, мама. Ну-ка, сфоткай, давай, вставай. Мам,
Давай. Да, все, пойдем, бабушке отправлю. Ну ладно, мы поняли. Ой, какая красота. Ребят, это очень красиво. Это просто невероятная какая-то... Да. Здесь не очень красиво. Ой, это специально типа водопад. Это же гениально. И пожары. Ребята, мы горим. Я, кстати, я сделала себе название кликбейт. Шок-контент пожаров в Турции. Выживаем как можем. Атмосфера. Машка атмосферина. Машечка, как ваши дела? Что за взгляд такой? Вот ты жизнь не ценишь. С таким взглядом ходишь. Жизнь просто не ценит. Пластику будет. Давай вот так. Раз, два, три.